Віцебская область сьогодні завершила регіональний етап акції «У славу агульної перемоги». Землю з амаль усіх воїнських похованнів регіону передали у храм-помнік усіх святих у Мінську. Хвалююча церемонія пройшла на меморіальному комплексі «Прорив» у Шацькім районі у чергову годовину героїчної партизанської операції по виходу з німецького окруження. Інна Падрецька про історію, яку пам'ятають серцем, і пам'ять, яка не ведає історичних межів. Вясновое свято. Такую назву отримала немецкая карная операция супраць партизан и мирного насельництва Полоцко-Лепельской партизанской зоны на территории Ушацкого района. У историю эта подея вышла как одна из наибуйнейших партизанских битв в Великой Айчинной войны. Тяжкие бои шли 25 суток. У ночь с 4 на 5 мая партизаны здійснили легендарный прорыв и тем самым выратовали от гибели 15 тысяч мирных жыхароў. У память про гэты подвиг в Ушацком районе узвяли мемориальный комплекс «Прорыв». Символично, что менавіта ён стал местом завершения регионального этапа международной акции памяти «У славу агульной перемоги». У день черговой годовины героичной партизанской операции там прошел урожистый митинг реквием, передача капсул со святой землей, узятой из воинских похований, мемориалов и памятных мест у региона. Великая победа объединяет поколения. Служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. С глубочайшим уважением мы склоняем головы перед теми, кто самоотверженно приближал День Победы. Отдаем дань памяти павшим за свободу и независимость нашей Родины. Их пример обязывает нас крепить обороноспособность и суверенитет Белоруссии. Главные уроки Великой Победы. Это уроки сплоченности и единения народов в противостоянии насилию и порабощению. Об этом свидетельствует и нынешняя акция «Во славу общей победы». 24 капсулы по чарзе передали представники усіх районов в области. Сярод их была и капсула с землей из могилы героя Советского Союза, сержанта Червоной армии Михаила Ягорова, який разом с молодшим сержантом Кантарея узнял стяг перемоги на даху немецкого рейхстага. В январе месяце мы собирались в Смоленском регионе. У нас там проходила международная школа лидеров, которые принимали участие регионы Российской Федерации и Республики Беларусь. Мы встретились, пообщались и приняли участие в международном этапе акции «Во славу всеобщей победы». И там, в сквере героев, нам была передана капсула с могилы героя Советского Союза Егорова. Почти в течение всего прошлого и половины этого года проходила акция «Во славу общей победы». Во всех наших 23 регионах был сделан забор земли практически с 1500 воинских мемориалов и захоронений. Участвовали, по большому счету, наверное, даже не сотни, не тысячи, а десятки тысяч молодых людей, и ветеранов, и людей среднего поколения. Передадзены капсулы зместіць у нішы храма помніка ў гонару усіх святых у Мінску ў дзень 75-годзя перамогі 9 мая. Плануецца, што ў храме помніку адкрыецца музей, дзе захаваюць гістарычную памяць пра кожнага загінуўшага. Інна Падрэцкая, Александр Рындзін, навіны Ушацкі раён.